Ребята, всем привет! Сегодня хочу вам показать свою посылочку, которую мне прислал Мылоопт. Посылочка состоит из 7 позиций, которые сейчас как раз буду демонстрировать. Значит, заказали мы мыльную основу с маслом ши белорусскую, 0,5 кг, все запаковано в стрич-пленку. Потом пробник, баночка 30-граммовая. Вот она тоже чистенькая вся. Спаковали мне ребята. Потом заказывали гидролат овса. Мне очень нравится. Он мягкий очень. 100 миллилитров. 100 миллилитров. Потом флакон элит. Я его взяла вообще по скидочке. Он мне получился недорого. 20 штучек заказала. И все 20 штучек вот такие вот они. Чистые, без царапин и без сколов. Так, потом лента коричневая, атласная, 6 мм. Заказала 100 метров, мне они пришли в пакетике. И вот все вот такие три моточка. Вот они шоколадные, очень хорошая ленточка. Универсальный цвет. Потом силиконовая форма 3D банка красной икры. Вот мы можем ее смотреть. Вот она запакованная с инструкцией. Сейчас мы ее откроем. Я ее еще не открывала специально. Так. Вытаскиваем. Баночка не пахнет. Будущая наша формочка. Вот она тут такая, видите, структурированная, целая. Удобная, мягкая, хороший силикон такой. Так, потом силиконовая формочка, елочка, пряник. Вот она тоже такая, такого же цвета. Тоже с инструкцией. Сейчас откроем и посмотрим. Так. Инструкцию кладем сюда, смотрим. Внутри, если можно будет ее рассмотреть. Силикон плотный, тоже такой приятный на ощупь. Наверное, недавно выливали, очень такая свеженькая. Все, это вся моя посылочка. Спасибо нашему Мылоопту за то, что дает возможность экономить. И за бесплатную доставку она у меня была как раз. Спасибо. Всем пока.